Окей, אני רוצה להמשיך לדבר על הנושא שהתחלתי לפני שבוע. Я хочу продолжить говорить на тему, которую начал неделю назад. מי זוכר שאני דיברתי על עבד אדוני? Помните, я говорил про раба Господня. עבד אדוני. Раб Господень. מי יודע מעברית מה המשמעות של מילה עבד או עבודה? Кто знает на иврите значение слова раб или работа? בעברית הישנה. На древнем иврите. אם אתם זוכרים, בתורה כתוב לא על עבודה. Вы помните, что на иврите, на автонахе написано не про работу, не как мы сейчас имеем в виду работу. Сейчас, когда говорят, я иду на работу, имеется в виду работа. От слова раб. На языке Торы использовался другой термин для работы. Малаха. אני עושה משהו, מייצר משהו. Я что-то делаю, я что-то произвожу. ומילה עבודה בתנך משתמשת להשתחוויה. А когда слово עבודה, работа, имеется в виду в Торе, прославление, служение. משתחווה, השתחוויה, поклонение. Поклонение. О גם שייכות. Или принадлежность. שייכות, זה לא אומר שאתה חייב לעבוד. Принадлежность не имеется в виду, что ты обязан работать. Вы знаете, что как его? Дирижер. Как? Йосеф ба Мицраим ая эвед. А Иосиф в Египте был рабом. Но он не работал физически. Он как дирижер, каждому указывал, что ему делать. Эвед Адонай зе ло бидьюк шата סוחה משהו, שאתה מחזיק משהו כבד ששובר אותך. Раб Господень это не означает, что ты держишь на себе тяжкий груз, который тебя может сломить. עבד אדוני שאתה שייך לאלוהים. А раб Господень это принадлежность Богу. שאתה משתחווה לו. Это когда ты поклоняешься ему. שבהתגלות כתוב, כאילו, ברוסית כתוב, они поклонялись Богу и Агнцу его, בהתגלות есть כזה. ביטוי, בעברית כתוב, הם עבדו לפני אדונה אלוהים וסי שלו. На иврит, на русском написано, они поклонялись Богу и Агнцу. На иврите написано, они служили, принадлежали, работали. בקיצר, לא לבלבל, לא להתבלבל. עבד אדוני זה שייכות. Раб Господень это принадлежность. אני סיפרתי לכם שקיבלתי מכתב ממישהו מחוץ לארץ. Я рассказал вам, что я получил письмо от кого-то за границей. והוא שאל אותי, מה כתוב בישעיהו 53? И он спросил меня, что написано в Исаии 53 главе. מי זוכר ישעיהו 53? Кто помнит Исаию 53 главу? על מי מדובר שם? על עם ישראל? О ком там говорится? О народе Израиля, о Мессии? ואמרתי כבר לפני שבוע, קודם כל אנחנו לומדים טקסט. И неделю назад я уже сказал, во-первых, мы изучаем текст. וטקסט הוא מדבר על משהו. И текст говорит о чем-то. וכדוגמה הבאתי מילה אריה. И как пример я привел слово лев. אתם זוכרים? Помните? И מילה אריה זה כינוי למשיח או למנהיג משבט דוד. Вы помните, что когда говорится лев, то часто имеется в виду мессия, это лев из колена Иудина. И в Новом Завете также используется слово лев для того, чтобы обозначить дьявола, который ходит как рыкающий лев. אז אנחנו צריכים להבין על מה מדובר. Нам нужно понять, о чем говорится. עוד דוגמה על משמעות שונה למילה מים. Еще один пример для различного значения это слово вода. תסתכלו אחר כך בכתבי קודש. Посмотрите слово вода в священных писаниях. לפעמים מים זה משהו שאנחנו שותים. Иногда вода это то, что мы пьем. לפעמים מים מיסטית מעל רקיע. Иногда мистическая вода выше радуги. לפעמים מדובר על מי נוח. Иногда говорится о водах Ноя. О водах Ноя. זה משהו שמביא
онеш мишамаим. Это что-то, что приводит наказание с небес. Везе ло тамид хаяв льот маим. Это не всегда должна быть вода. Гам аль маим хаим еш битуй. Маим хаим зе ло маим хаим. Зе руах ха-кодеш михае отану. И есть выражение «живая вода». Это не физически живая вода, это Святой Дух, который оживляет нас. Аз бакицер анахну црехим лильмот текст. Текст. Нам нужно изучать текст. Ве они... Матхила йом мимаши сиямти лифней шавуа. И вот я начинаю сегодня с того, что закончил на прошлой неделе. Ве ани карати Исайяху 42 1 от 4. И я читал Исайя 42 глава с 1 по 4 стихи. А затем гам яхулим листакель, везе хашув шатем тистаклю. И вы также можете посмотреть, это важно, чтобы вы посмотрели. 42 пасука 1. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, возвестит народом суд, не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет. Мецад ихад. С одной стороны, анахну, эле шемааминим ба Йешуа, мы те, которые верим в Йешуа, веше макирим, и те, которые знают Новый Завет и прочитали про все деяния Иешуа, сразу связываем этот текст с Иешуа. Но если мы смотрим на контекст Исаии 41 и 42 главы, там говорится про Корея. Кира. אתם זוכרים מלך פרס? Вы помните царя персидского? שאמר תשקמו מקדש בירושלים. Который сказал: восстановите Иерусалимский храм. אז הוא גם היה כעבד אדוני. И он также был раб Господень. אז מה אנחנו לומדים מעניין הזה? И что мы изучаем из этого? אז דבר ראשון. Первое. Элохим יכול להשתמש כל אחד. Бог может использовать каждого. בשביל להביא עבודה שלו או פעולה שלו, הוא יכול להשתמש גם בן אדם קדוש ומיוחד וגם לא כל כך קדוש כמו Кореш. Бог для своего плана, для своей работы может использовать и особых праведников, святых людей, и также не совсем праведников, таких, каким был царь Кир. כמו שהיה, או כמו שישנו, Дональд Трамп. Как Дональд Трамп, например. Невозможно его под библейские стандарты. Но он сделал очень много хороших вещей, особенно для Израиля. Это есть, это перед нашими глазами. אז כשאנחנו מסתכלים על דברים שונים ושמעתי רמז הזה היום מפרשת שבוע של מישה ריקנגלס. И я сегодня, когда мы смотрим на все это, я также увидел это в толковании недельной главы, которую Миша дал нам. Эх, Миша אמר, Йешуа עשה בוץ מאדמה. Как Миша сказал, Йешуа сделал грязь из земли. אז הוא אמר, תפנו לאדמה. И он говорит, обратитесь к земле. זה לא אומר בדיוק אדמה. Это не значит именно земля. אבל יש צורך לבוא לבן אדם חכם, ואתה לא מסתכל ему צדיק קדוש וטוב. אתה מסתכל ему בעל מקצוע. И если нужно обратиться к профессионалам, то не всегда мы смотрим на то, какой он праведник, мы смотрим на то, какой он профессионал. И иногда мы ищем ответа с небес. С ожиданием того, что со сцены пастор или кто-то еще скажет нам слово. Но иногда ты включаешь радио и слышишь слово и понимаешь, что это направление от Бога. Поэтому, во-первых, будьте открытыми. תפילו סינון. И но всегда фильтруйте. אתם מבינים מה זה סינון? Знаете, что такое фильтровать? אני רואה עכשיו בגוף המשיח. Я сейчас вижу в теле Мессии. במיוחד בין הנוצרים. Особенно среди христиан. אני לא מדבר על יהודים משיחים. Я не говорю про мессианских евреев, я говорю про христиан. ממש הרבה אנשים קופצים למדרשים.
Очень много занимаются еврейскими мидрашами. И все это принимают. О, если это с Израиля, то это замечательно. Один очень известный рав сказал так. Кто не знает мидрашим, он не образованный человек. Кто верит мидрашим, он глупый. Это значит, что мы должны изучать разные вещи, но всегда фильтровать. И один из даров Святого Духа — это возможность фильтровать. Не только в религиозном плане, но во всех смыслах. Если ты открываешь сейчас Facebook, и ты открываешь Facebook, и там есть объявление такого рода, что если ты хочешь стать богатым и успешным за 2 дня, то запишись на этот семинар, а если ты хочешь за неделю стать здоровым, то запишись в эту группу и так далее. И все это глупости. Нам нужно научиться фильтровать. Но иногда есть умные вещи. Поэтому нужно включать свой разум и просить у Бога направления. И здесь мы прочитали такое слово. Не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трость надломленная не преломит. Заказе Симан шел анава. И здесь есть слова, которые описывают смирение. И написано, пока не возвестит суд миру. Если ты хочешь, что то, что ты делаешь, чтобы длилось во веки вечные, то без смирения ты не сможешь это сделать. И поэтому то, что сделал Иешуа, длится во веки вечные. И также другие люди, которые делали это со смирением. Если ваша цель, смотрите на меня. Смотрите на меня. То все глупости. Не сможете вы преуспеть. Бог может использовать тебя там и здесь, как использовал Кира. Но не очень много людей помнят Кира. Но Иешуа знают все. Я продолжаю в 43 главе. Я продолжаю говорить про раба Господня. И ныне так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и создавший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я спас тебя, я призвал тебя по имени твоему, ты мой. Когда будешь переходить через воды, с тобой я, и через реки они не потопят тебя. Когда сквозь огонь пойдешь, не обожжешься, и пламя не сожжет тебя. Ибо я, Господь Бог твой, Святой Израилев, Избавитель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Куш, Севу взамен за тебя». Здесь мы видим, вот Израиль, и не настолько он святой и хороший народ. И с другой стороны, другие народы тоже не самые хорошие, как Египет, Эфиопия и Савия. И то, что мы видим здесь, говорит Господь, я должен был наказать тебя, но вместо тебя я накажу их. Помимо работ,
Очень часто, когда говорят про раба Господня, в рамках ортодоксального иудаизма, говорят, что Израиль платит цену за всех. И иногда так оно и работает. תקשיבו, לפעמים יש בדיוק בכתבי קודש שישראל כן עושה את זה. И иногда действительно у нас есть даже доказательства в священных писаниях, что Израиль платит цену за всех. Но не всегда. הנה פה מצרים קוש ושיבה, הם משלמים מחיר עבור ישראל. Вот здесь Египет, Эфиопия и Савея платят цену за Израиль. ואני רוצה להזכיר לפני כמה שבועות, דימה לימד פה. И я хочу сказать, напомнить, несколько недель назад Дима учил здесь. והוא אמר משהו מאוד מעניין. И он сказал что-то очень интересное. Есть люди, которые приходят к вере и дают им что-то настоящее и добавляют что-то искусственное. Например, такая идея. Если ты пришел к вере, тебя ждет постоянный успех. Это совершенно не так. И иногда Бог использует, наоборот, особенно сложные и трудные обстоятельства, чтобы привести нас к Нему. Для того, чтобы очистить нас. Для того, чтобы внутри сделать что-то лучшее. И это таков путь всего мира. И написано в Бытие в 2 и 3. Из-за того, что ты это сделал, то в поте ты будешь добывать хлеб свой. Кодеш, но мы также видим в священных писаниях, иногда Бог задействует такие системы, которые мы не понимаем. Вот Израиль стоит перед наказанием, но вдруг Бог милует его и наказывает кого-то другого. Так тоже работает. И это должно держать нас всегда с таким чувством, чтобы мы просили Бога о помощи. Отец наш, помоги нам. Ты встаешь утром и говори: «Отец мой, помоги мне». И когда ты идешь спать, скажи то же слово: «Отец мой, помоги мне». Возможно, это звучит глупо. Но часто Писание говорит, что Бог противится гордым. А те, которые более простые, Он им дает благодать. Мы продолжаем вперед. И мы в 44 главе. Здесь мы будем читать больше мест Писания. Самые первые три стиха. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого избрал я. Так сказал Господь, создавший тебя и образовавший тебя от утробы материнской, помогающий тебе. Не бойся, раб мой Иаков, и ты, на русском неправильно написано, Ишурун, там написано слово Ешурун, другое имя Израиля, которого я избрал. Как изливаю я воды на жаждущие и ручьи на иссохшие, так и залью дух мой на семя твое и благословение мое на потомков твоих. Мецад эхад, с одной стороны, ина котвим, ваата Яаков авди, написано: вот раб мой Яаков. Вепо мидубар килу аль ам, и здесь говорится про народ. Аваль шем носав, и дополнительное имя для Иакова – Ишурун. В синодальном переводе не написано, написано Израиль. Но
Те, которые живут здесь, в Израиле, знают это имя. Ты останавливаешься на дороге и спрашиваешь, как пройти туда или туда. Тебе говорят, поверни направо, а потом все время прямо. Прямо, прямой. וכאן אחד מהשמות של ישראל, או אולי לא ישראל, ישורון. И здесь одно из имен Израиля, или может не Израиля, ישורון. אז מישהו שישר או מיישר. Тот, который прямой или который выпрямляет. אז עכשיו תבינו. Поймите. סביר להניח שישורון זה only, רק משיח. Скорее всего, что тот, который ישורון, выправляющий, это только Мессия. אבל זה שמתיישר מישהו, זה יכול להיות שהשפעת משיח על ישראל, ומדובר כאן על עתיד שכל העם יתיישר. Но здесь может быть тот, который исправляет, говорится про Израиль, про влияние Мессию на Израиль, и что потом весь Израиль будет исправлять. כי בעצם כל התנ"ך, потому что весь Танах, זה דבר אדוני לארץ ישראל, לעם ישראל, это Божье слово для народа Израиля. ולאחרים שדרך משיח הפכו יורשי ברכת אלוהים. И для тех, которые через Мессию наследовали благословение Бога. והמטרה שיתיישרו. И цель, чтобы они были выпрямлены. מי יכול על עצמו להגיד, או, אני בן אדם ישר. Кто может сказать, я честный или прямой человек? אל תרימו ידיים. Не поднимайте рук. בשביל לא להתבייש אחרי. Для того, чтобы потом не стыдиться. אבל זה המטרה. Но это цель, это Божья цель, чтобы вы были честными и прямыми. Шауль говорит верующим: подражайте мне, как я подражаю Мессии. Вы со мной? להיות ישר. Быть прямым. אז הנה אנחנו קוראים פה טקסט. Здесь мы читаем текст. ולא בדיוק מבינים על מי מדובר. И не всегда понимаем, о чем говорится. ואם מישהו מפרש זה על משיח, הוא צודק. Если кто-то толкует, что это про Мессию, это правильно. וגם מישהו מפרש שזה על עם ישראל, и тот, кто толкует, что это про народ Израиля, тоже прав. Возможно, про народ Израиля в будущем. וכתוב אני ממשיך ב-44 פסוק 4. И 44:4 написано. И произрастут они посреди травы, как ивы при потоках вод. Этот скажет: Господень я, и тот назовется именем Иакова, а иной напишет рукой своей: Господень, и прозовется именем Исраэля. Вепо, мамаш, медубар алятид. Здесь говорится про будущее. Аз ини мияшер машпи алейха. Тот, который выпрямляет и оказывает на тебя влияние, и потом ты начинаешь чувствовать, они, я принадлежу Богу. И когда здесь написано, а другой назовется именем Иакова, мы помним, что Иаков прошел очень много проблем в своей жизни. Персонаж הכי מוכה בכל התנ"ך. Возможно, это человек, который больше всего получал מוכה בכל התנ"ך. Самый проблематичный, израненный. Хаим פשוט נתנה לו כל כך הרבה מכות ואכזבות. Он был очень разочарован, часто переживал многие проблемы и разочарования в своей жизни. У нас есть люди, которые похожи на Якова. Но Яков — это Яков. Он в конце концов встал на место, что и из-за его дел тоже Бог избрал наш народ. Он был таким пророческим, иногда очень плотским. Иногда очень плотским. Иногда очень эмоциональным. Я тебя сейчас убью. Но был очень пророческим.
позиция шел Сар-Эль. И когда говорится про Израиль, это когда ты на позиции князя Господня. Вы знаете значение слова Сар-Эль, Исраэль? Иногда люди, даже у которых в Тудат-Зеут написано имя Сар-Эль, они не знают этого значения. Сар-Эль. Знаете, что такое Сар-Эль? Сар – это как насих. Сар – это принц, князь, министр. Божий. Это призвание всего народа Израиля. В один день быть теми, которые представляют всю планету перед Богом. Я продолжаю читать 44 глава, 21 стих. Это Яков и Израиль, ибо ты раб мой. Я сотворил тебя, раб мой, ты, Израиль, не забывай меня. Я стер, как туман, преступления твои, как облако, грехи твои. Обратитесь ко мне, ибо я избрал тебя. Здесь говорится про будущее. И здесь есть выражение, которое очень любит Иеремия. Иеремия в 31 главе говорит: «Я заключу с вами Новый Завет, и больше не воспомяну ваши грехи». И здесь говорится то же самое. «Я стер, как туман, преступления твои, как облако, грехи твои. Обратись ко мне, ибо я избавил тебя». Ты медим бе... В христианских семинариях, я уже говорил об этом неделю назад, есть такая тема, которую изучают, систематическая теология. Пытаются понять, как Божья сила действует в этом мире. Это... вследствие этого происходит. Это происходит вследствие этого. И здесь и там мы видим такие примеры в Священных Писаниях. Например, Иаков говорит, что похоть рождает грех, а грех рождает смерть. То есть 1, 2, 3. Есть такие вещи, которые систематическим образом работают. Но обычно, когда Бог относится к тем, которые принадлежат Ему, система практически не работает. Так, как с твоими детьми. Ты со своими детьми. Вчера меня мой ребенок разозлил. Я обещал, что до конца лета он не увидит 1, 2, 3. А сегодня утром, когда мы с Ниной поехали в общину, мы уже запланировали, как мы их возьмем туда, на 1, 2, 3. Так же у Бога с нами. Он наш Отец. Как мы пели эту песню. И на этом нужно стоять сильно. Бояться греха. Больше бояться греха гордости. Из всех грехов это самый противный грех. Потому что вдруг ты начинаешь чувствовать, что все вокруг ничтожество. А ты сидишь на вершине пирамиды. Но это неправда. Потом ты на себя найдешь сидящим на колу.
Если ты думаешь, что ты на вершине пирамиды сидишь, потому что написано, что Бог гордым противится. Я хочу завершить тем, что Шауль сказал во втором послании Тимофею. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 1-2 стиха. «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иешуа Машехом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Анахну швайм квар лумдим хомерме Ишайяу. Мы уже 2 недели изучаем материал из пророка Исаи. Что значит быть рабом Господним? И мы иногда изучаем, что сегодня ты это можешь понимать так, завтра по-другому. Но есть эта заповедь. Продолжай учить других. В той мере, в которой ты можешь. Без гордости, что ты все знаешь. И не бойся, что ты говоришь сегодня что-то в другом понимании, чем это было вчера. Возможно, это сегодня актуально тому человеку. И ему принесет это и надежду, и спасение. Я хочу сказать, обратиться сейчас к тем, которые состоят в браке с неверующими людьми. Возможно, ты чувствуешь, что твой муж или твоя жена как стенка. Вы слышали такую историю, как одна журналистка спросила одного еврея, который каждый день молился у стены плача. Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, когда вот слышишь все эти новости со всего мира? О чем ты молишься? Он говорит, я молюсь о мире во всем мире. И что ты думаешь? А что ты думаешь, вот ты молишься о мире во всем мире и слышишь новости? Он говорит, я чувствую, что я молюсь как об стенку, молюсь для стенки. Послушайте. Есть различные духовные меры. И когда эта мера преисполнится, хотя ты чувствуешь, что ты молишься, как об стенку горох, но в один день приходит этот ответ, но с мудростью. Так с мудростью постарайся открыть свои уста. И там и здесь говорить эти слова мужу или жене. И сказать, что есть милость. И есть истина. И есть нужда в покаянии. И иногда нет никакой реакции. Но в один день с Божьей помощью ты увидишь и покаяние, и плод Духа. Давайте мы встанем сейчас. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы ты открыл круг своих ответов. И дай нам увидеть ответы на наши молитвы. Я молюсь за духовное укрепление для каждого из нас.
за спасение народа Израиля. И помоги нам всегда быть рабами, принадлежащими Богу. Ваимру амен. Аминь.